Друзья, всех приветствую на своем канале «Техникой по жизни». Сегодня буду ремонтировать партнер 350. Я не нашел, где у него год здесь изготовления. Обычно вот здесь такая наклейка, на которой все указано. Здесь просто Made in USA, серийный номер, тип 2. Не знаю, что с ней. У меня такая же есть, только у меня корпус черный. Где ручка, вот этот корпус сам. Это желтая. Корпус стартера. А так, в принципе, одно и то же. Ну, у меня там электролюкс написано. Так. Что по этим пилам? Мне довольно-таки эти пилы очень нравятся. Единственный, вот, я считаю, минус, это то, что у него амортизаторов нет. 351 и 352 модель, там уже они с амортизаторами сделаны. Идет и привод газульки уже тросиковый. Ну, в общем, сейчас сниму капот, будем смотреть, что тут. Скорее всего, от старости он уже, наверное, очень давно лежит. Хозяин сказал, что он давно лежит в сарае на дровах. В общем, больше информации у меня нет. Даже фильтр уже пришел в негодность. Расслаивается. Все. Его только на выброс. Так, сейчас посмотрим. Люфты, искру, карбюратор почистим. Сейчас заглянем еще под глушитель, как у нас там поршневая. Так, что искра есть? Искра есть, это уже хорошо. Что у нас? Какая-то какашка на поршне прямо сверху. Пинцетом вытащить. О. Это уже, наверное, нагар от времени с деталей слезает. Сейчас буду разбирать, все показывать, рассказывать, смотреть. Так, ну вот, первый осмотр выявил, что лента сломана, тормозная. Так, фильтр я уже показывал. Глушители, через глушитель. Видно, что поршневая, она хоть и работала, но все в пределах нормы. Такая вот... Здесь проставочка стояла. У меня, по-моему, на моем партнере такого не было. Я уже не помню, если честно. Просто много пил приходилось делать. Все в голове не удержишь. Иногда что-то забываешь. Даже самое элементарное. Какие-нибудь там размеры. Так, в общем. Сейчас поставлю на место глушитель. Полезем в топливную систему, в карбюратор, посмотрим фильтра. Праймер у нас тут вроде еще и не порепанный. Так, ну ладно. Thank you.
карбюратор Вальбра. Хороший карбюратор. Сейчас буду чистить карбюратор. Так, залез карбюратор, сеточки вообще нету. Куда же она делась? Кто-то лазил, значит, сюда. Сейчас себя найду сеточку. У меня, в принципе, карбюраторов полно ненужных. Что у нас здесь? Как диафрагма? Эластичная диафрагма очень важна. Если она уже дубеет, то работать правильно не будет распределительная камера. Давай, отлипай. Ну да, как пластмасса. Еще выкручу. Короче, вот она вся сухая, дубовая. Так, ладно, сейчас буду все искать, смотреть, куда, чего, где у меня что есть. Ребят, в общем, заводится, пилит, поставил такой фильтр, сделал сам, вырезал, заменил диафрагму. Топливный фильтр. Ленту менять не буду, у меня ее нету. Да и не столь она важна. Кто-то может скажет, очень важна. Я ей вообще никогда не пользуюсь. Ты тормозным рычагом этим. Тормозом цепи я имел в виду. Извините, запыхался. Ну, в общем, сейчас дособираю и будем пилить что-нибудь. Так, кое-как пилит, но пускай ночку постоит, может, одумается. Завтра уже настрою как следует, просто сегодня уже поздно. Такое вот видео сегодня по этому партнерчику. Лет 10 валялся в гараже. Не в гараже, а в сарае. Масло, кстати, тоже идет. Все залил, все работает. В общем, сальники посмотрел тоже.
целая, нигде не это не сопливит. Ладно, буду закругляться. Всем пока.